Так, хожу второй. Урус. 5 Рагдоса, либо Гриксы, наверное. Рука неплохая. Сфера, мапа. Может быть, это полом земель? Дека, это будет очень плохо. Bubble Prismatic Engine is... Призматик ему пригодится на самом деле. Ставлю сферу под Сирингс. Да, будет ломать землю мне. Еще призматика нет, второй пока. Ну, скажите, как такая может быть стартовая рука? 4 единицы. Бабл, земли. Бред. Ну, сейчас ломать землю будет просто. Скорее всего. Да. Хороший последний матчап дали. Ну ничего, есть тавер, еще есть шанс. Одна карта. Надеемся, что это не Land Destruction. Урза. Шаблазон и взорвать его. Или карна ставить, просто изгонять. Убирать ему этот. Чтобы он артефакт никакой не искал. Я думаю, карна. Болт, интересно. Зеленая карта нужна.
Возможно, трактузка нам было взять. Одна земля до бора вообще не ноль. Придется мульгариться. Я не могу допить. Сфера нужна какая-то. Зеленые карты дают. Твари. Зеленый, блин, убирает. Почему зеленый? Чем он руководствовался? Почему зеленый убрал? Без пылы не играл. Как будто он знает, что у меня в руке. Ну, я сейчас просто от Дарси отличу. Раз, два, три, четыре ремонта в начале игры и земли дают. Молодец. Четвертый. Пятый, вернее. Мне зеленый надо поднимать. Хороший матчап дали. Mm-hmm.
Ни одного... ни одной земли, смотрите. Вот, аж где лежало. Вот это все топ-деки. С 18 карт, которые я взял, это раз земля, два, три, четыре. И то я одну со стиринг забрал. Посмотрите. Без мулигана опять. Опять он без мулигана все это играет. Волшебник. Скоты. Давай, разрушай земельки. По-любому есть у него. Сейчас начнется. Да, пошла жара по трубам. Нет рогован. Ну, неважно, я все равно на следующий ход, значит, поломает. Урза Powerplant, кстати, на топ-деке была. Если бы я ее взял, это было бы, конечно, жестко. Но мне ее не дали. Я старо ставлю. Следующий ход на всякий случай. Дайте поставить уламога, пожалуйста. Не забирайте победу. Игра, не забирай. Ломать тавр будет, не дэш. Да, ломает. Он поломать хочет. Скотина, бля. Еще и PowerPlant ломает, тварь. Он как будто стрим смотрит. Ну как может так вот реально вот, все играться? Скажите, пожалуйста. Реально стрим смотрит. Обычно тавр ломают люди, но этот ломает именно PowerPlant. Скотина, блин. Да жопа мне это все. Мне нет, нечего за 5 маны ставить твоим. Я не выиграю. Просто рекет и все. Это меня заколебет Дарси и все.
Бабл будет брать. Посмотрите, ну это ж просто невыносимо уже, ну. Чара кончена. Какая мразь, надо понять, просто невыносимо. Я на следующий ход умер, я ничего не могу сделать. Будь ты проклят, ублюдок конченый. Ну почему этого мудака мне дали, скажите, вот именно его? За что? Что дальше? Этот с полетом. Ну, там сейчас болт залетит и все. Да, там болт есть в руке. 100%. Болтом добьет. Есть. Есть. Есть он, ребят, первый заслуженный. Да, Андрюха, да, 5-0. Есть. Блин, вот это последняя катка была. Этот PowerPlant топ-дек, это просто... Шо, ну... Дали худшего оппонента, который только мог быть. Худший.